Дорогие друзья, у меня радостная новость из Воронежа. Я наконец-то прошел котов по четверке. Это случилось на моих 24-х соревнованиях. Первый раз в жизни я попробую поставить АВГ по четверке на соревнованиях. И теперь у меня еще одна дополнительная строчка появится на моем WhatsApp-профайле. Первые три попытки, вот их результаты. Пока все по 2 минуты. Но сейчас постараюсь, чтобы получилось быстрее. Готов. Меня просто сегодня преследуют неудачи с своим паритетом, с этим шпионом или предателем, как он называется, забыл. Он мне постоянно во всех 4 спотах не попался. Вот. Но надеюсь, 5-й не будет, и последней попыткой поставлю свой рекорд. Спасибо. Дорогие друзья, последняя 5-я попытка и последняя надежда на новый рекорд по единичной попытке. Thank you.
не знаю, рекорд это или не рекорд, но, в общем, у меня в Москве тоже было минута 52, но сотые не помню. Возможно, на несколько сотых поставим рекорд. Хочется в это верить.